Ну что, Олеж, ты готов искать плоть? Я всегда готов, Дашуля. Поехали. Всем привет. Здравствуйте. Past Within, или как оно называется? Past Within. Rusty Lake. Новая часть. Rusty Lake. Итак, смотри, у нас с тобой осталось, по-моему, плоть найти. Плоть. Да, смотри, плоть найти надо. Ты должен зажечь свечи и положить дневник. А что-то у тебя появилось, когда ты зажег свечи и положил дневник? Я тебе просто должна сообщить информацию. Из одной свечки я достал ключ. Там я взял дневник, и я его положил там в одну штукенцию. А что-то у тебя появилось? Нет. Ухо закрыто, кстати. У меня ушко закрыто. Ну правильно, пусть будет закрыто. Но у меня есть карандаш. Что я могу? Что-то написать? В ухо вставить. А, он листается. Блин, извините, тупанул. Дневник Альберта Вандербума листать можно. Тут есть 4 пустых квадрата. Ну. Как-то в детстве на меня напали пчелы. Вот, брат есть. И сестра смеялись надо мной. Да, есть это. И у меня здесь комбинация есть. 4 квадрата и правый нижний белым зачеркнут. Справа нижний. То есть нижний. 4-й? Да, 4-й. Что-то произошло? Я его замалевал, зачеркнул. Отлично, дальше. 4-й квадрат зачеркнут. Все. Дальше, следующий. Ида, она разбила мне сердце. Ида, сейчас найду Иду. Угу. Значит, у Иды верхний правый квадрат зачеркнут. Второй, короче. Ну, второй, да. Зачеркнул. Точно, это же Ида. Она, по-моему, еще с картами Таро. Рождение моей дочери Розы было величайшим достижением в моей жизни. Да, только что видела. Значит, здесь у нас слева треть, ну, внизу. Третий, понял. Дальше. Я работал над кубическим устройством, чтобы установить контакт с будущим. Четвертый, справа снизу. Я знаю, что когда я проиграю партию в шахматы, то моя первая жизнь закончится. Первый слева, наверху слева. Квадратик. Моя темная душа будет продолжать жить в будущем, второй. Ожидая воскрешения. Справа, наверху справа. Все. Есть. Что-то произошло, наверное. И я беру скальпель. Ай-яй-яй. Да ржавый, старый, вонючий. Даш, вот почему я должен так делать? А почему я выбрала себе будущее, а не прошлое? Ведь теперь интересно посмотреть. Мне жалко этого Альберта. Так, плоть, это мне ухо резать? Альберт там тоже был такой. Я ухо ему отрезал! Блядь, я ему ухо отрезал! Обалдеть! Я забрал ухо твоего Альберта. Прекрасно. Человек из прошлого добыл плоть? Да. Все есть, да, у меня все есть. Сейчас я тогда ставлю везде. Подожди, что ты вставлять пошел? Я знаю просто, куда вставлять. Да подожди, я должна Enter везде нажать. Да, ты везде все добыл, ты молодец, ты умница, кровь добыл. Не повезло тебе. Опа. Так. Мне открылось что-то, и я забираю это. Идите к люку, передайте информацию игроку из прошлого и найдите тайник. Да я же уже добыла. Подожди, кровь. Смотри, я когда вставил это в кубическую эту приблуду, я забрал письмо. Письмо 1926 год. Моя дорогая дочь Роза, когда ты прочитаешь это письмо, ты уже активируешь устройство, над которым я работал. Если использовать его правильно, оно поможет одному человеку в 1984. Мне надо этот код ввести. 84. 1984. Есть. Подтвердите, что человек из прошлого собрал 3 субстанции, введите код из будущего. У меня кровь потекла! Чтобы начать процесс воскрешения... Тебе нужно передать этому человеку кость, плоть и кровь в будущее. Твой любящий отец Альберт. Вставьте я монетку кассету, забрал. Вставьте кассету и сообщите время. Откройте шахматную доску. Вам обоим нужно завершить партию в шахматы. Ой-ой-ой. Так, подожди. Сначала мне надо вставить кассету. Давай. Так, открываем, вставляем, закрываем. Ну, закрываем, говорю. Поехали. 14:35. И что? Куда мне это вводить? Тебе надо где-то ввести это время. Ты же где-то уже время. Его вводил. 14. У меня музыка заиграла. Вел. И... Даша, что-то происходит. У меня дрожит весь дом. А у меня музыка играет. У меня дрожит весь дом. У меня тоже отвертку получила, наконец-то выкатилась засранка. Ой, сейчас упадет ваза. Ваза упала с Розой. С девушкой Розой? Ищу что-то в обломках, да? Ключ. В этой золотой вазе был ключ. Я знаю, что он открывает. Иду открывать. Так, я что-то откручиваю. Я откручиваю эти самые. Я забрал статуэтку человека-оленя и человека в черном. Черная шахматная фигура и белая шахматная фигура. Так, я тут что-то могу открутить, подожди. Я отвертку уже забрал. Наконец-то она упала из этого стеклянного стакана. Так, крутим. О, у меня открылась шахматная доска. Замечательно, сейчас будем играть. Я в прошлом, ты в будущем. Так, ну хорошо.
Смотри. Белое или черное? Белое. Хорошо. Давай, и что? Как нам с тобой сейчас играть? Ну это шахматы или это шашки? Я не очень... А кто играет со мной? Ты со мной играешь? Ты видишь шахматную доску? Да. У тебя белый на 6, а у тебя белый, да? А у меня 1F. А черный? У меня... 1F у тебя? 1F. Ну, то есть белый у меня на 1F. Черный я трогать не могу. А есть решение этой загадки? Или оно как-то... Я не знаю, в чем тут вообще загадка. Я куда не перемещаю эту самую, оно мне никуда не перемещается. Все время красным горит. А дай я посмотрю. Подожди. Правильно ли мы делаем? Вставьте кассету, вам обоим нужно завершить партию в шахматы. Откройте доску. Так. О, я поставила на А6. А6 у меня сейчас стоит на А6. Ну, то есть, твой, видимо, белый стал у меня на А6, а мой стоит на 1А. Так, ну сработало наконец-то, господи, сколько мы тут перемещались. Я получила какую-то дискету. Две монеты у меня. А у меня дискета. Крыса, ты что здесь делаешь? Да что ж ты тут бегаешь? У тебя крыса, у меня муха летает, чувак, непонятно. Крыса что-то там... По-моему, мне ничего пока не подгрызало. Так, мне надо дискету посмотреть. Эта дискета уходит. Так, дискета. Это то, это все было. Загрузка программы скачка напряжения 0.33. Скачка или скачка напряжения? А, скачка, наверное. Ой. У меня фигура. Человек из прошлого кладет монеты на глаза усопшего. Внимание, возможно, повреждение души. Точно, удачи. Я же думаю, монеты, это как делали эти древние... В «Трое», я помню, было, да, в фильме «Трое». Было монеты. Все, я положил, он весь черный стал! Он черным стал! Ты повредил его душу! Не йоу-йоу-йоу, а... Ну, ты поняла. Программа скачка. Он встал из гроба. Качка напряжения! Инициировано. Он уполз, куда-то пополз! Направьте эту энергию на создание связи между прошлым и будущим, золотой куб! Направляй энергию. Он пополз по трубе буржуйки наверх. Что-то отвалилось. Что-то где-то происходит. Настройте разрядку дыма газа. 6 переключателей. Разорвите зрительный контакт. Вставьте предохранители для защиты ядра. Разблокируйте рычаг скачка напряжения. У меня есть 6 комбинаций тебе давать. Давай. Выключено. Выключено. Подожди, еще. А, сейчас. Это не туда. Еще раз. Выключено. Выключить. И два раза включить. Есть. Что-то я забрала. А дальше какие-то есть еще комбинации? Еще дальше смотрю, пока нет. Потому что мне... Вот я один этот самый предохранитель получила. Есть. Значит, смотри, лолипоп. Это получается 10. Есть. Сейчас. Лолипоп 10. 2 часа это стрелочка. Есть. 6 часов крест. Есть. Я вижу фигуру, и за ней темная... Темная мне тень. Нужна твоя помощь. Вау! Еще один придохоль. Почему он так резко появляется? Так, и что-то дальше. Еще нужно. Подожди. Я вставляю еще один придохоль. Дальше. А, я могу тебе сказать. Это печка-буржуйка. Первый ряд 3. Давай. 3. Второй ряд 1. Ага. И третий ряд последняя, самая пятая. Есть! Сейчас еще придохли получу. Есть. Сейчас я вставлю 3 придохли, и сейчас всем будет полная жопа. Наверное. Давай. Потому что он стрёмный, ползает какой-то чудик. Так, нормально. Все есть. Что-то отхлопнулось. Рычаг скачка напряжения. Разблокирован. Потяните для завершения. Я сейчас что-то потяну, и сейчас, по-моему, будет полный пипец. Я тяну. Давай, Дашуль, давай. 15:20. Время. Сейчас. Какую-то я жопу натворила. Есть. Ты установил, да? Да. Есть! Человек из прошлого создал золотой куб и поместил его в кубическое устройство. О, жесть какая. Тут, короче, искры, молнии какие-то. У меня тоже все искрится. Ты должен так и сделать. О, вот он стоит возле гроба. Ты это сделал? Так. Нам придется использовать энергию из 1984. Я на это не подписывалась. Ты поместил? Чтобы создать новую связь с будущим, это он мне говорит. Что надо сделать? Золотой куб. Да, тебе нужен куб. Давай. И поместить в кубическое устройство, помести его. Сейчас иду. Поместил. Поместил все. Каждому из вас нужно нажать на кнопку вниз. На счет и 3, держать, да? 10 секунд. Нажимайте и держите одновременно. Раз. Считаем. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.
4, 5, 6, 7. Там что-то происходит, я еще не отжимаю. Я уже отжал. Я тоже, что-то за матрица зеленая. Я не знаю, ну ты что-то натворила, а мне потом разгребать придется. Ты свои кубы создавал. Я ничего не трогал, я не знаю, что это. Черный кубик. Это вакханалия. Будущее, глава 2. Ой-ой-ой. А это была только первая глава? Прошлая. Нажми для продолжения. Это только первая глава была, ни хрена себе. Нормально. Так, что у меня, уши? Процесс воскрешения. Ты хочешь, чтобы я Франкенштейном был сегодня, да? Да. Так, запитать... Подожди. Запитать баг для воскрешения. У меня какой-то код появился. Сообщите следующий код для использования на кубическом устройстве в прошлом. У тебя есть кубическое устройство? Есть. Тебе нужно ввести код. Из Z-ок. Я не вижу комбинации. Там, где Z1, вот это вот. Тебе надо... А, вижу, оно крутится. Добро пожаловать в кубическое устройство. Мы с тобой вместе сейчас этим устройством будем тыскать. Так, человека из будущего, введите код подтверждения. Да. Давай. Z1. Сейчас. Z1. X2, 3Y. Класс. Нормально. Так, поехали. У меня картинка появилась. Инструкции. Человек из будущего размещает черный куб в C9. Сообщите ему код. У тебя 9 этих квадратов, да? У меня теперь совсем по-другому. Теперь у меня появился твой, видимо, мир. Наверное. Ура! Так, смотри, человек из будущего активирует переключатель. Красное, белое, черное. Подожди, что с черным кубом делать надо? Смотри, получается... В каждом ряду второй куб белый. Ну, то есть ряду? Центры у меня вообще сейчас все по-другому. Центры все беленькие. Так, подожди, у меня теперь... Черный-белый, черный, черный-белый, черный, черный-белый, черный. Тут вообще про что? Кубы. Подожди. А, тут что-то где-то... Пылесос какой-то странный. Подожди, я же попала, получается, в твою комнату. Так, кость, плоть, кровь. Я, видимо, в твоей комнате, а ты в моей. Вот оно что. Смотри, у меня теперь есть черный куб. Где я должна его использовать? Повтори, пожалуйста, потому что я пока осматриваю комнату. Я не знаю, где, просто у меня нарисован куб. Какие-то закрашены, какие-то нет. Ага, смотри, тут воды нет. Тут написано, человек из будущего активирует переключатель и сообщает стрелки. Красное, белое, черное. А, стрелки, подожди, стрелки есть. Но как их надо поставить, я не знаю. Сейчас я пытаюсь понять, значит, это картинки, запитать баг для воскрешения. Спички я забрала. Черный, белый, черный, черный, белый, черный. И еще раз черный, белый, черный. А-а-а, все! Я же говорю, первые все три черные, розы потом белый, потом черный. Ой, я лежу в плохие новости. Так, давай, это мне нужно теперь. Так. Там должно быть что-то красное, белое и черное. Смотри, еще раз черный, белый. Так, сейчас еще раз посмотрю. А, оно больше не появляется, жалко. Смотри, у меня стрелочки теперь закрутились. Давай. Черная на девятку, на 9 часов. Черная на... Сейчас, секунду. Черная на 9. Белая на 6. Красная на 3. Опа. Я там, смотри, в глаз смотрю, Даш, это я. Привет! В этом... Как он называется, я забыл. Ну, это окно, короче. Ты поняла, да? Привет. Я ничего... Я вижу черную какую-то... Да, вот это вот плавает у меня. Какая-то бабушка стоит, это ты? Да, это бабулька. Я. Вот не надо и мне. Что мне с этим делать? Пока ничего. У меня тут плавает какой-то этот... Ну, такой, как тень из Ghostwatchers, да? Да-да-да. Точно такой же. Да-да-да-да. Так, хорошо. Это мы понажимали. Кость... О, у меня открылась ручка. Я Давай. Забрал ручку. Музыкальный ключ. Я видел, где его можно использовать. Сейчас, подожди. Тут у меня какой-то должен быть ключ. Спички. Спички, наверное, я поняла. По-моему, где, наверное, спички? Ой-ой-ой. 91.4. И у меня клавиши пианино, которые подписаны как C, D, E, F, G, A, B. Так, сейчас я посмотрю, где их можно использовать. Здесь у меня ничего не нажимается. Здесь, видимо, пока делать нечего. Здесь я все понажимала. У тебя где-то должно быть какое-то либо что-то Смотри, связанное с цифрами, буквами. У меня есть 6 рычагов, которые вправо-влево крутятся. Ну, то есть туда-сюда. 6 рычагов, сейчас. То есть они идут подряд, и у них есть три положения. Левое, центральное, правое. Такая... У меня рычагов тут нет, к сожалению. Может, сюда стакан надо? У меня есть какие-то колбы с жуком нарисованным. Зуб колба, колба крови и колба плоти. Вот колбы я сейчас, у меня тут есть колбы. Мне пишет, не хватает кофе. А где я тебе кофе этот возьму? Тебе вдать? У меня есть три в одном, Якобс. Да у меня вот тоже чашка кофе стоит, которую я никак выпить не могу.
Хорошо. Так, хорошо, раз мне открылся музыкальная тема, значит, что-то с музыкой должно быть. Да. У меня есть радио, точно, у меня же есть радио. А, да, волна 91.4. 90... Тут написано 91.4. А, Г, А, Б. Сейчас, А, Г, А, Б. 72.0. А, Г... Переключай на 72.0. 72.0. Сейчас. Угу. С, Д, Е, Г. 85.3. Е, Д, Е, С. 110.2. Так, 110.2. Б, А, Г, А. О, ключик забираем. Зубной ключ. Так, зубной ключ. Где мне тебя? Вот здесь, наверное. Что-то там задвигалось у меня в комнате. Не трогай. Фу, а что за звуки? А, зубной ключ. Зубной сюда. Сейчас, погодите. Мне надо запитать бак. Ну, у меня типа домино что-то открылось там, короче, такие плоские штучки по три деления. Да, каждой... да, да, вот это мне надо, да. Расскажи, поехали. Какая... Первая, значит, замазана первая... в центре, вторая. Есть. Потом следующая, первая черная. Есть. На третьей, третья черная. Дальше. Потом первая черная. Угу. И следующие две посерединке черные. Есть, я открыла зуб огромный. Супер. Так, мел, я забрала, а зуб ничего не могу сделать, может, я его порезать смогу? Нет, вряд ли, это глупо. Смотри, я мел достала. Мел. Для чего мне может быть мел? Что-то нарисовать, что-то начертить. Попробуй, потому что у меня пока ничего вроде бы нет. Здесь мел вряд ли мне понадобится. Так, у меня есть горелка. А, вот доска. Ой-ой-ой-ой, я символы получу. Во-первых, еще один вот этот XYZ, я тебе могу новый код сказать. А мне некуда водить его. Там, где XYZ нет? Смотри, у меня появилось раз... А, есть XYZ. А ну, стоять. X3. Тихо. Сейчас, подожди. Так, X3. Z1. Угу. Y2. Тебе что-то открылось, поехали. Символы, да? Так, тут загадка. Когда я буду лежать в своем гробу, ага, и мои глаза станут белыми, моя душа станет черной. Используй куб для связи с будущим. Принеси мне кость, плоть и кровь. Некоторые слова подчеркнуты. Вот мне и надо подчеркнутые слова. Гроб, да. Глаза, душа, куб, будущий, кость, плоть, кровь. Подожди, будущий? А будущий, что же у нас будущий? Будущим. Будущим. У меня, понимаешь, у меня картинки, и мне эти картинки надо выбрать в нужном порядке. Угу. Хорошо, то есть гроб, глаза и душа у тебя есть? Гроб есть, у меня есть куб, у меня есть кость, у меня есть глаза, у меня есть кровь, у меня есть душа. Я не могу понять, что такое будущее. Душа, наверное, если я потом буду рождаться, я типа душа будущий. Есть у меня черная, я не могу понять, видишь? Что значит слово будущее. У меня тут есть нож, нарисован ключ, солнце. Есть свеча, есть луна, есть куриная ножка, есть книга, есть инопланетянин, есть подарок, есть часы и есть молоток. Так. Может быть, часы как будущее? Не выбирается почему-то. Так, еще раз, что подчеркнуто? Гроб. Угу. Глаза. Есть. Душа. Черная есть. Куб. Есть. Будущее. Непонятно. Потом идет кость, плоть, есть. Кровь. Плоть. Надо с будущим определиться. Плоть, подожди, плоть есть. Плоть это, наверное, нога. Есть! О, молоток теперь... получила! Да, я пропустила плоть, я думала, что у меня плоть есть. Я получила молот. Ладно. О, а тут оса летает у меня. Лови осу! Да я бы с радостью, но он улетел. А я, наверное, должна зуб, может, разбить? Я зуб разбила! Из меня такой горе-дантист получается. Нормально. Фу, я запылесосила разбитый зуб! Жесть! Так, готово. Так, значит, зуб у нас уже есть. Куда-то он отправился. Вот этот черный товарищ получил зуб. В смысле, да, кость. Черный товарищ. Он я кости могу, по-моему, получил. Посмотреть на него. Сейчас я посмотрю на него. Кости. А, нельзя второй раз смотреть. Вот да? Хватит с тебя. Новое число у меня, новые стрелочки. Давай. Красная на 9. Сейчас, подожди. Ой. Ой-ой. Так, красная на 9, да. Белая на 11. Черная на 3. Угу. Я снова его вижу. Крыса!
А, полетели, короче, теперь он умеет кости. То есть ты его типа восстанавливаешь, батю своего. Да. У него теперь есть кости, теперь надо ему плоть и да. кровь дать. Я так и поняла, спасибо, Наити. Я ключ получила, подожди, я получаю ключ, я лучше с ключом разберусь. Я получил отвертку для гаек. Все, я поехали открыла... открывать. Я открыла что-то. Ну, открывай. Отвертка себе. Для гаек, наверное, сюда. Почему она не... А, вот повернулась. Не? Так, я получила какой-то монитор, я получила вот миксер, это. Я получила папку «Кубическое устройство». Я, видимо, я выкручиваю панель. Я выкручиваю тут, короче, да. гаечки. Сейчас. Тайники. Фу. Жесть. А тут тоже надо будет открыть. Смотри, у меня появилось теперь вот это твое устройство кубическое со всеми тайниками. Первый, второй, третий у меня показан. У тебя первый получается со стороны А, со стороны первый и второй со стороны а со стороны Б третий. О, 3-2. Есть одна шестеренка, я понял. У меня взорвался этот куб. Я получила... Я ткнула... Я понял, где шестерни взять. Сейчас соберу их. Давай. Так, открываем. Наверное, вот здесь куб. Вот. И вот последняя. Нажмите куб. Слушай, прикольная штука. Классная коробка. Смотри, когда ты найдешь все шестеренки, мы с тобой должны будем потыцкать. По стрелочкам. Тыцкаем. Нет, ты найди сначала шестеренки, а потом у нас с тобой будет совместное задание. Я нашел. Так, нашел шестеренки. Ты их вставил да, куда-то? Я одну вставил, а забрать не могу. Смотри, нажмите на кнопку вниз, когда человек из прошлого найдет 3 шестеренки в тайниках. А ты нашел только одну, да? Я 3 шестеренки нашел. Вот, когда ты нашел, теперь смотри, там, где у тебя стрелочки вверх-вниз, ну, вот это вправо-влево. Значит, вниз нажимаю. Стрелочки вправо-влево. У меня появился крюк, ухо и комбинации. Тебе нигде не нужно... А, смотри, у тебя сзади есть 3 полоски такие... Короче... Знаешь, как деление, там, где вот ты мне про дым рассказывал. Помнишь? Сейчас посмотрю. Ну, по-моему, нет. У меня так я же должен шестеренки вставить. Шестеренки потом, еще. Ты еще вставишь. Что-то открывается. Так. А этот, куколка, опустилась кукла в воду. Жесть. Да, согласен. Что с ней делать? Подожди-ка. Она упала. А у тебя какие-то стрелки там не появились? Мне нужно 6 стрел. Я забрал крюк. О, нет, стрелок крюк, нет. Я крюк ухо, забрал. Крюк ухо, и вот, вот это вот будет у тебя еще со шкалой что-то. Потому что мне тут надо как-то стрелки понажимать. А, ухо, погоди. Сейчас я ухо подвяжу и забираю ухо. Что ты сделаешь? Там, короче, опускается такая, как на удочке, крючок. Я подцепил крючок, забрал отрезанное ухо. И оно, видимо, к тебе сейчас, ТБшница. Вот, у меня появились шкалы. Вот шкалы. 1, 2, 3, 4, 5 шкал. 3 полоски по 5 шкал. Смотри, 3 полоски. В первой у тебя должно быть 1, 2, 3 на 4-м делении. Угу. Потом первая на 1-м. Угу. Вторая, ну, следующая. И это следующая на 3-м. 4, 1, 3. Открылось. Так, что комбинация. Появилось? Да. Налево, вверх, вверх, вниз, налево, вверх. Есть! Что-то я выб... Это что? Что-то а происходит. У меня новые игреки и зеды появились. Иду врубать. Это у меня есть, Y и Z. Так. Какие-то стрелочки. Давай, называй. Y3. Угу. X1. Там. Z2. Тут пчела летает, села, улетела. Прекрасно. А что кот открылось? Тебе что-то дал? Нет. Потому что мне надо куда-то крюк переместить. Слушай, а что-то не сработало, по-моему. Сейчас, погоди. Я пролесну, посмотрю. Тут все нормально. Тут мне тоже. Надо какую-то комбинацию для крюка теперь. Так. А давай еще раз я это сделаю. Еще раз назови код, может там человек. Y3. Мешала. Так, Y. Сейчас, Y3. X1. X1. Z2. О, там пчела, видимо, мешала. И что получилось? Так, у меня что-то типа лабиринта, Пакмана. Да, мне нужен этот лабиринт пройти с крюком. Есть цифры. Давай. А как мне тебе это объяснить? Ну смотри, у меня передо мной сейчас экран. В левом верхнем углу находится крюк. И у меня получится 7 на 7. Тебе нужно... Я понял. Значит, смотри. И направо идешь. 1, 2, 3, 4. 4 направо. Да, потом вниз. Потом до конца вниз, до упора. 4 вниз. А 4 вниз. 1, 2. Я тебе объясню. Да, ты, видимо, не видишь разделений. Да, у меня 4 вниз. Да. Потом направо 3. Нет. Да. Направо 3. Ну, ты должна направо 3. Ну, только 2 могу сделать. Дальше куда? Ну, надо 3.
Ну, допустим, дальше. Ну, куда дальше? Наверх 3 надо теперь. Я сейчас поняла, у меня аж я ошиблась. Тут, видимо, мне надо 2. Меньше, чем ты говоришь. Дальше. А, направо. А, на 1 направо. Есть. И 2 вниз. Да, есть. Тебе меньше на 1 что-то надо. За... Что-то проблымкало, да, дальше. Да, это ты первую забрала. А-а-а. Что теперь? Теперь надо вернуться обратно тебе? Ну, я не знаю, дальше куда-то... То есть смотри, ну, вверх 2. Ага. Налево 1. Ага. Вниз 2. Ага. Налево 2. Да. Вверх 2. 3. 2. Ага, 2. 1 налево. Ага. Потом 1, 2, 3, 4. 4 вниз. 1, 2, 3. Точно 4? Да. Да, да, ты предпоследняя должна быть. Да. Теперь направо. 1, 2, 3 направо. Есть. Одну вниз. Да. Одна направо. Ага. И 2 вверх. Дальше, отлично. Это ты забрала вторую. Что-то теперь вторую. Обратно. Так, поехали за третьей. Значит, вниз 2. Ага. Налево 1. Есть. 1 вверх. Отлично. 1, 2, 3 влево. Есть. 1 вниз. Ага. 2 налево. Жесть. Давай, я ж боюсь. 1, 2, 3, 4 вверх. 1, 2, 3, 4. То есть ты идешь по правой самой приближенной. Да. Ты слева. Слева, да. Потом 1 направо. Ага. И 3 вниз. Есть! Ура! И у меня... Я красава! Ухо опустилось! Ухо опустилось. У меня ухо вообще пропало, поэтому... Фу, оно ко мне приехало! Да-да-да-да. А почему ты такое большое? Вот такое ухо из прошлого. Доставка до... Я прыщик срезала! О, у меня чувак этот стоит! У меня чел этот тут стоит. Я кусочек прыщика срезала. Фу, Даша. Знаешь, сколько этого добра в ТикТоке? Нет, ой-ой, не ой-ой. Надо. Так, угу. Подожди, а что мне с этим прыщиком делать? Дайте, это мышь. Так, подожди, а куда мне это? Может, в блендер, наверное? Наверное, я уже где-то такое видел. Подожди, ну я... Это а, это кофемашина, это не блендер, блин. Сейчас я кофе сделаю себе. Давай. Из мыши, из прыщей кофе, наверное, хороший получится. Да подожди, мне сказали, надо кофе. Кофе есть, не хватает воды. А где вам воду возьму, блин? Воды нет, вода закончилась, все. А воду надо бы взять. А, вот, заработала. Тьфу ты. Тут надо было побольше покрутить. Все, вода... Слушай, я сейчас тут такое нахимичу. Не хватает плоти. Вот, пожалуйста. Фу, хоть блендер не понадобится. Не хватает плоти. А у меня плоть тут а нет. А я тебе, смотри, я тебе код должна нажать. Назвать. 3Х, 2Z. Угу. 1Y. Ой-ой-ой. Шаг первый. Добавьте жидкости в следующем порядке. Значит, видимо, кислота, ну, череп с костями. Угу. Потом белая капелька и черная капелька. А, черная капелька — это кофе, вода и кислота. Подожди, неправильно. 3Х. В смысле? Что-то не я то. Я ввел, у меня... А мне что-то написал, что не. Не, у меня шаг один появился, сейчас скажу. Значит, добавляешь сначала кислоту. Я добавила. Потом воду. Добавила. Потом кофе. Дальше. Потом еще раз горячую. Потом еще кислоту. А, подожди, горячую кислоту надо потом добавлять. Вот. Так, давай сейчас собью. Смотри, извиняюсь, я тебя, видимо, запутал. Есть обычный кофе, есть горячий кофе. Есть обычная вода, есть горячая вода. Тебе нужно добавить обычную кислоту, обычную воду и горячий кофе. А-а-а, жесть. Да-да-да. Есть. 1Y, 3Х. Сейчас, 1Y. 3Х, 2Z. 2Z. Шаг номер 2. Если плоть треугольная, квадратная или круглая? Ну, наверное, какая треугольная. Треугольная плоть. Тебе нужно добавить воду обычную, потом кофе обычный и кофе горячий. Сейчас посмотрим. Да, шаг 3. Фу! 2Z. Давай. 1Х. 3Y. Поехали. Давай. Если волосы, если прыщи, если гладко. Прыщи. А, горячая кислота. Так, холодная есть. Вода. И еще одна горячая кислота. Сейчас. Фу! Шаг 4. 1Y. Ага. 2Х. 3Z. Ну. Глаза, зубы или нос? Зубы. Обычная кислота и 2 обычных воды.
Прекрасно, хоть обычные. Завершено. Оно куда-то уползло само. Подожди, ты куда поползло? Наверное, ко мне, наверное, не знаю. Это крыса была. И оно поползло. Его что-то всосало, Олежа, его что-то всосало. Тебя там... Ой, он тут. Он у меня ползает. Да, он через тебя, видимо, прополз. Так а что, фу, это ж батя, типа. Нет, оно просто выглядит очень странно. Мы с тобой плоть добавили, осталась только кровь. Но я думаю, что кровь мы с тобой, знаешь, когда будем делать? В следующей серии. Давай. Поэтому с вас лайк, подписка, если вы хотите увидеть, что будет дальше. Фу, это было интересно, мне понравилось. Все, до скорых встреч. Пока-пока. Пока.